Депортация супруги экс-банкира Мухтара Аблязова Алмы Шалабаевой незаконна. Итальянская сторона постфактум признала свои ошибки по поводу выдачи госпожи Шалабаевой и ее 6-летней дочери Алуа и отменила решение. На этот раз казахстанский МИД практически сразу отреагировал на заявление Рима. Решение о депортации является внутренним делом Итальянской Республики. Иностранным гражданам, депортированным государственными органами, обычно на определенное время запрещается въезд в депортировавшую их страну. Отмена решения о депортации Алмы Шалабаевой и ее дочери, на наш взгляд, означает, что власти Италии вернули им право на посещение этой страны в будущем. Но Алма Шалабаева-то... Они не могут вернуть, потому что она наша гражданка. С точки зрения законодательства, говорит экс-дипломат Казбек Бисибаев, Алма Шалабаева гражданка Казахстана. То есть пока идет расследование, она будет находиться под подпиской о невыезде. Другое дело – скорость, с которой депортировали жену Мухтара Аблязова. Это очень долгий, длительный процесс, затягивается на полгода, год и даже на два. А в данном случае произошло в течение суток, да? То есть почему это произошло в течение суток, то это уже вопрос не к Казахстану, а вопрос к итальянским правоохранителям. Почему они так сделали? Если этот беспредел продолжается, значит, тогда получается прав господин Аблязов. Значит, тогда это само было инициировано и благословлено самим главой государства. Известный общественный деятель Бахыт Туменова уже несколько раз виделась с Алмой Шалабаевой здесь, в Алматы. Встречалась как врач, помогала справиться со стрессом. Она написала письмо президенту. Вспоминает, ведь когда-то и в семье Назарбаева были большие проблемы с детьми. Когда в семье у него случилось вот с его зятем, я помню одно из его выражений, что дети не должны, члены семьи не должны страдать из-за кого-то. Он сам об этом говорил. И если у него слова не расходятся с делом, и вот эта ситуация, которая сегодня с Алмой Шалабаевой, он к этому не причастен, он должен прекратить это беззаконие. Пока на моральную сторону вопроса обращают внимание лишь родные и близкие семьи Мухтара Аблязова. Вся эта малоприглядная история – межгосударственная политическая игра, считают наблюдатели. Казахстан для Италии – сырьевой источник. Поэтому портить отношения даже из-за жены и маленького ребенка политического оппонента Нурсултана Назарбаева родине римского права невыгодно. Евгения Сазонова, Павел Энгельгард, Константин Федяев, Алматы, Казахстан.